Смуту озвучено профессиональными программистами. Кем? Может быть, реально программистами? Потому что, ну... Она не звучит, как озвучено профессионально. В профессиональной студии. Понял, не отвлекаемся на чат. Не думал, что здесь сейчас встречу кого-то. Которых выгнали с контракта в западной студии. Ага, понял. Не, они прям вот... Я вчера первый раз услышал, качественно сделали, молодцы. Кто-то ходит, слышите? По кустикам справа. Вот там. А что такое? Он даже лег там, оказывается. Геймплей не удался у типа тактический. Анлайки, конечно. Новосёгун с повесточками. Не-не, все норм, все норм. Хороший. Единственный минус — это какие-то странные линзы у, ну, типа, главного персонажа в первых, не знаю, двух сериях. Потом, видимо, они поняли, что у него глаза слишком голубые сделали. И сделали, ну, такие, типа, более нормальные линзы. А так все, все хорошо, мне все нравится. Англичанина. Но анжин — это же варвар, типа, на их языке, разве нет? Или чужак, что-то такое. А, вот почему он меня не убил. Джин — это штурман. Понял. А почему штурман, если он боцман? А хотя штурман, боцман, наверное, то же самое, да? Thank you.
чат. Я только что понял, почему эти типы здесь тактически заняли позицию. Подсказать вам, чат? Дать подсказку? Или сами догадаетесь? Господи, что за патроны? Читеры? Не. Сегодня день крысы, оказывается. Можете загуглить в интернете. Сегодня вот 4 апреля, день крысы. Вроде как. Я-то думаю, что такое, бля? Затаились тут. Вот жулики, блин, вы прикиньте. Один лег, а второй, видимо, позже подошел. Что ли он там лежал вместе с ним? Моисей и Сила Соли. Мне кажется, они вместе были с такими никнеймами. 486 дефнутой броней, кстати. 41 попадание, обалдеть. Не-не-не-не-не. Ботик, спокойно. Ты куда залез? Полоумный, блин. Он аж на будку залез, чтоб по мне пострелять. Жесть. Жека, дорог. Вижу, вижу. Двое. Ноги, что ли, сперва отстрелить, попробовать ему? Не попал, походу. Блин, ну теперь они спрятались и обиделись на меня. Ай. Пойдем отходить. Ого, по мне? О, там еще один. Так, отходим.
Возможно, он длину будет пикать. Кроме него еще и МЦХ, по-моему, стрелял со стороны моста. Поэтому, если я справа буду обходить, возможно, нас просто в бочину убьют откуда-то. Очень опасно туда идти. Ищет меня, ходит. Нормально так впитал. Хорошая броня. Вот последняя, походу, в голову зашла. О, бежит. Слышал меня, что ли? Я застрял. Это третий с МЦХ, про которого я вам говорил. Видимо, тоже их тиммейт. Раз он знает, что я здесь. Докидывать патрики. А он разве будет докидывать патроны из разгрузки по одному? По хамс. Я что-то не пробовал ни разу. Все, вот про троих мы знали, троих убили. Если кто-то есть еще, про них у меня вообще никакой инфы нету. Багарий. Багарий прям хорошо навпитывал мои патроны, конечно. Да вот, вот он! Блять, ботики, я не могу так быстро поворачиваться лежа. Ну да, про этих он не знал, значит, это не их тиммейт. Окей.
ваша дочка! Блин, а вот эту бы броню, конечно, взять. Или хотя бы пластины с нее, что ли, вытащить. Хотя, знаете, как сделаем? Вот так сделаем. Пойдет. Три фулочки отличные. Сейчас, кстати, посмотрим, попал ли я в него, когда он был на перебежке. Больше 100 метров там есть выстрел. Да, 170 метров. Я в него попал на перебежке, но у него броня дефнула. Попадание. Посмотрел сериал «Задача трех тел». Ничего. Ну это прям фантастика. Фантастика или такое себе? Может, я планировал его посмотреть, но сомневался. Или вот так, на что он похож? Минус челок. Со СВТ-шечкой. Блять. Мосинка где-то, по-моему. А где я прослушал? И это не по мне, кстати, было. Может, это Леня? Леню вообще вроде нету. Пол, может быть. Либо это заспаунился бот. Вот так просто. Оп, и пошел. Поэтому был звук прыжка. Чуть фантастики, похож на секретные материалы, но с примесью современности. Там еще один. Не, ну если это типа секретных материалов, это же по сути, ну, прикольно должно быть. Потому что секретные материалы клевые. Сорян. А, это Мосинка, я думал, это СВТ. Снайпера. Куда столько снайперов только взялось? Бля, одни снайперы. Что за снайперская стычка сейчас случилась? Как тебе новые звуки? Да норм. В эмбиент неплохой. Вот эти собаки всякие, там птицы.
Звучит все хорошо. Звук ходьбы очень похож на звук, как в армии 3. То есть, ну, не то чтобы он супер хороший. Пойдет. Нормально. В целом этот патч вроде неплохой. Ну, вот за исключением того, что сервера дропаются. Как-то quality of life нормальный с этим патчем подзавезли. Мало, конечно, хотелось бы больше. Суровая игра. В каком месте Таркова суровая игра? Назови мне парочку суровностей Таркова. Интересно. Интересно. Воу. Ай! Оптика, блин, что ли? Гранату готовит. Хера себе живучий. Тихо-тихо-тихо, боты. Боты. Офигеть, у него навпитывала броня неплохо. Тоже. В игру что ли перезайти? 45 FPS, 44. Найс.
Как-то нормальные типы, вкусненькие. Самогон, по-моему, 1000 по 300, да, должен быть. Так, почем самогон? 400 тысяч. Если вам понравилось видео, не забывайте подписаться на канал, оставить какой-то комментарий для продвижения и почаще заглядывайте к нам на стримы.